И вот сейчас Каре может исправиться. Нет, он откидывает назад на Кондогбия. Шикарный момент у Атлетико Мадрид был для того, чтобы счет открыть. И сейчас получает атаку очень солидно в свои ворота. Хорхе де Фрутос выходит на Радоус Облако. Облако блестяще играет. Вышел. Вот быстро перевели налево, и в центре сразу пространство освободилось. К этому не были готовы хозяева. Мандава, удар, гол! Мандава не успевает. А вот Гонсало Милера, подключившийся в штрафную, идеально вколачивает мяч в ближний угол. А ворот Яна Облака. И упускает соперник себе за спину. Кондогбия, кстати, тоже большой привет. Именно из-за его отсутствия Хименес пошел на перехват и Облак. Очень нерасторопно действует Маркс Лоренте. Подача справа. Кондогбия, есть у него шикарный дальний удар. Пора вколотить. Хорошенько, но Кондогбия нокаутирует соперника. А, это пенальти? Но арбитра трогать не надо. Это удар от ворот. Это свободный удар, прошу прощения. Это был офсайд. Вот здесь, после передачи Каре. Ну, действительно, видите, правая нога Лоренте уже занесена. И вот она, и плечо у Лоренте. Де Пауля заменит. Ох, передача штрафную. Удар поворотом Де Фрутоса и чуть не добил Рохер Марти. Закидывать а-ля Рори Делла в штрафную. Туда, вперед, борьбу, скидка. Удар через себя! Удар через себя! Анхель Корре, мяч на центр. Вы что празднуете-то? Ну что это? Зачем вот это лишнее? Офсайда быть не может. Правильно? Хименес кого-то там завалил. Ну, не знаю. Обескураживающе. Ух ты! Мальца! Смотри, что в концовке делает! Ничего себе! Там еще Моралес чуть не добежал. Подача! И здесь Облак! Облак чуть не отправил мяч в дальнюю девятку! Боже мой! Облак тоже пошел в чужую штрафную и получил за это, но... Чего уж вспоминать. Заканчивается матч. Диего Симеоне обычно бежит. Бежит в раздевалку дождаться своих. Сейчас он уныло туда бредет.